Но я считаю, что чемпионат мира по футболу в России все же должен состояться, потому что не то, что там много болельщиков там и соберется, и много денег потратится. Потому что мне кажется, что эти деньги уж лучше пусть они потратятся на чемпионат мира, чем эти деньги потратятся уж точно не на стариков и не на инвалидов, которые у нас сидят иногда, нуждаются. Я потому что езжу часто там, по детским домам, по учреждениям, да, там почему-то вот мало что доходит до них, хотя выделяются деньги. Вот неясно, куда это девается, кто там, вот сейчас идет борьба там, да, с коррупцией. Но тем не менее. Поэтому я считаю, что вот Волгоград должен тоже был участвовать в чемпионате мира. Или что-то там должно проходить было, и в связи с этим дороги обещали сделать. Но вот я как родом оттуда, мне было бы приятно, если бы там сделали дороги. Неважно, какая, вот, ну, какая под этим состоит там, чемпионат мира или там еще что-то. Ну, еще бы хотелось, конечно, чтобы в нашей стране все-таки преобладала не только, сейчас у нас национальная идея, спорт. Все чокнулись на этом спорте, это неотъемлемая часть, конечно, человеческой жизни. Слава богу, что мы вспомнили о спорте после советских времен. Очень долго не занимался никто спортом, фитнес-клубы стали появляться, все круто. Но культуре-то тоже не надо забывать. А то у нас будут все накачанные, тупые ходить, друг другу бить морды. Без культуры общество не поедет вперед. Все равно надо, чтобы люди еще развивались. Здесь, не только здесь, но еще и здесь. Поэтому давайте петь песни народные.